Что называется, мал да удал. Сотрудники отдела уголовного розыска Ноябрьска задержали подростка, который подозревается в совершении квартирной кражи. В ходе следствия выяснилось, что 17 февраля молодой человек разбил окно в одном из коттеджей поселка Су-952, проник в квартиру и вынес оттуда металлический ящик, в котором находились 9000 рублей и юбилейные монеты на общую сумму 15 тысяч. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 16-летний житель нашего города, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, и избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество...